Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня с вами я, Владуся Уна. Сегодня мы делаем бомбочку для ванны, а еще шарики. Давайте открывать. Так, так-то. Ага, вот он. И так, тут что ли? Ага, у нас вот все по-хитрому. О, что там тут? У нас в наборе присутствует стаканчик, мерный стаканчик, красители. Вот такая вот баночка и такая еще. Четыре баночки вот таких вот. Я так понимаю, это заготовка для бомбочки. Заготовка для шариков. Это соль обычная. Заготовка для бомбочки. Можно ее сделать двухстороннюю, что у нее будет два лица. Либо одностороннюю. Или вот это для шариков. Я запуталась, наверное. Так, и вот еще. Палочка. Инструкции. Так, ага. Бомбочка для ванн. И жемчужные шарики. Подготовь рабочий стол. Накрой его бумагой или тканью. Ага, значит, мы можем уляпать стол. Так. Надень фартук или одежду, которую можно испачкать. Угу. Хорошо, где-то тут у меня фартук был. Так, значит, он уже не тут. Так, мы одели фартук. Выложи все компоненты набора на стол. Так, это сделали. Внимательно прочитай инструкцию, надень перчатки. И приступай к изготовлению жемчужинок. Перчатки! Да вы издеваетесь, я уже оделась полностью, блин. Ладно. Вот ваши перчатки. Так. Так, понятно, здесь это то. Так, этап изготовления. Насыпай 30 грамм полтора мерных стаканчика. Вот это мерный стаканчик. 30 грамм. А, это полный стаканчик получается. Ладно. Так, насыпь 30 грамм. Так, основы в виде белых жемчужинок. В емкость из набора. Так, мы где-то их тут видели. Так, это соль. Вот они. 30 грамм. Нам нужно совсем... Ой, это соль тоже. Вот они. Так. Берем кончик и потихонечку насыпаем. Нам нужно всего лишь 30 грамм. Так. Готово. Так, куда мы это теперь денем? У нас оно открыто. Подержи. Так, ну, получается, мы уже разобрались. Мы приготовили вот это вот для наших жемчужинок. Оказывается, мы можем сделать их сколько угодно, сколько нам влезет. Так, перемешиваем мы вот тут вот, значит, и засыпаем сюда вот сапочку. Ребятки, не удивляйтесь, пожалуйста, этим звуком, просто... Самолетики летают. Очень низко летают. Это бомбардировщик. А какой из них брать-то? Ну, наверное, понюхай. Земляника. Чтобы... Яблочный пирог. Давай. Какой ты хотела бы? Ну, наверное, для них будет яблочный пирог. И сделаем оранжевого цвета. Так, я выбрала аромат яблочный пирог, здесь написано. И так как это яблочный пирог, мы взяли такой вот оранжевый. Так, сказано, добавь 15-25 капель ароматизатора.
Ну, я добавлю 15. Экспериментировать не буду. Там сказано по аромату, зависит от того. Так. Какой едкий. Думаю, здесь и 5 капель точно хватит. Но ты же учти, что они потом будут растворяться в ванной, и чтобы сохранился аромат, нужно, чтобы он был насыщенный. Готово. 15. И красителя. 10. Или более. Зависит от насыщенности цвета. Так, в перчатках неудобно. Да блин, запечатали так, запечатали. Даже ароматизатор не так. Мама, откроешь, пожалуйста. Давайте еще 5 капель, потому что в ванне она будет растворяться. Раз, два, давай. 3, 4, 5. Закрываем. И берем краситель. 10 капель, либо по консистенции. Ого, ай-яй-яй! Куда? Блин, мама! Мама, у нас авария! Нет, нет, нет. И теперь снова приступаем к лаброй. К работе. Теперь все перемешиваем и смотрим все дальше там, так сказать. Берем палочку, попотнее. Берем нашу любимейшую палочку, помощницу. И начинаем перемешивать. Ого, какой едкий. Так, ну я думаю, надо бы побольше добавить, да? Ух ты, как песочек такой. Ай, отцепитесь. Фарик. Какие они мокрые. Надо бы еще добавить цвета. Я 10 добавила. 20. Думаю, вот это вот уже хватит. И все-таки запах очень едкий. До половины стакана. Досыпь уже все. Ладно. Сделаем за один заход сразу большую порцию. Потом высушим и будем пользоваться уже. Сыпай, сыпай. Знаешь, что-то мне подсказывает, что им еще эта соль пригодится. Нет. Соль пойдет на бомбочку для ванны. Думаешь, только для нее? Только для нее. И можешь весь ароматизатор и весь краситель туда бахнуть. Нет, слишком много будет дыма. Нет, я тебе говорю, что будет нормально. Я тебе серьезно говорю, сделай, как я тебе советую. Ну ладно. Ой, нормально. Так, выставляем все компоненты сюда. Ну, капель 20 или 30 добавим. Делай все. Ну, а вдруг нам этот ароматизатор еще в дальнейшем понадобится? Не понадобится. Бомбочка для ванной будет у тебя... В стеме. Да, земляникой и красным. Так. Оно и рассчитано на одну порцию. Видишь, вот один пакетик. Все. А вот эту вот баночку я вот точно сохраню. Зачем? Думаю, в нее можно набрать жидкость. Набирать. Сполосну и буду что-то туда набирать. Вместо пипетки буду использовать. Как
какая у меня экономная дочь. Да не в этом дело. Ты вначале цвет добавь, а потом мешай. Ладно. Они уже липнут, знаешь ли. Ой, яркие будут, а? Только мы их там, походу, будем перемешивать. Здесь уже мало. Ты когда льешь, разливай сразу по окружности, а не в одно место. Тебе потом все снизу придется поднимать, чтобы перемешать их. Все. А теперь аккуратненько снизу начинаешь поднимать. Аккуратно, да. Аккуратно. Такая работа не требует спешки, да? Слушай, может туда насыпем, там будем мешать? Нет, туда там мы насыпем готовый продукт. Как будто я готовлю еду. Ну, это не еда, но это творческий процесс, да? Это тоже продукт. Готовая продукция будет у тебя. Там на дне столько этого. У нас будут жемчужинки для ванной. Цветом. Да вы тут не сидим. Я не могу так мешать. Мне неудобно. Перемешиваем аккуратно, терпеливо. Этот процесс учит терпению. Мне неудобно. Просто. А ты попробуй. Аккуратненько. Не торопясь, да? Там они на дне уже застыли. Чем-то и приятно, и неприятно. Издалека приятно. Потому что запах концентрированный, чтобы был потом приятный аромат ванны, он должен быть очень концентрированным сейчас. Опа. Оно все сыпется. Утрамбовывай. С чем утрамбовывать-то? Оно слипнется все. Ладно, оно должно просохнуть. Посыпалась, ё-моё. Выложи все компоненты набора на стол. Внимательно почитай инструкцию. Обязательно перчатки и маску. И маску. И приступай к изготовлению бомбочек для ванн. Ну ладно, думаю, вас на... Маска нам не понадобится. Я уже привыкла к такому аромату. Пожалуй. Так, сейчас будем начинать изготавливать. Так, вот они наши компонентики. Соль, лимонная соль, лимонная кислота и сода. Ароматизатор земляники и красный краситель. Все, что нам нужно. И, скорее всего, мерный стаканчик тоже. Так, этап изготовления. Смешай соду и лимонную кислоту. Используй полные порции, которые содержатся в наборе. Так, нам понадобится большая емкость. Это будет мало. Потому что у нас большие пакетики соды и лимонной кислоты. Угу. Сейчас надо будет идти за еще одной миской. Ладно. Мы приготовили более большую миску, потому что у нас большие пакетики с компонентами. Так, смешай соду и лимонную кислоту, используя полные порции, которые содержатся в наборе. Угу. Сода. Насыпаем абсолютно все. Высыпаем всю соду. Сколько сыпется там еще? Простите.
Не хотела. Это не я. Меня тут нет. А можно попробовать на палец? Ну, это же лимонная кислота. Не знаю, пищевая или нет. Хотя лимонная кислота всегда пищевая. С содой вместе можно попробовать. Это, наверное, приятно, но пахнет как сахар. Так, смешай соду и лимон. Перемешать. Сейчас мы все это будем мешать палочкой. Мы мешаем, пока не намешаемся. Ого, комочки уже формируются. Не надо мне комочков. Как? Она соду дали с комками. Нельзя такого позволять. Это неправильно. Сода не должна быть с комочками, даже приготовки. А, это у муки точно. А почему тогда у соды комочки формируются? А? Если должно быть у муки. Так, ну вроде все перемещали. Дальше не буду, потому что иначе будут комки. В отдельную миску высыпь всю морскую соль. Да вы издеваетесь. Ладно бы эту. Думаю, этого хватит. Вполне. Мне хватило. Смешали соду и лимонную кислоту и насыпали соль в отдельную емкость. Так, тут сказано, добавь в соль полную порцию красителя, то есть всю баночку. Ой, ничего страшного, уже закрыто. Сейчас будет опять. Ну вот как знала. Теперь мы будем добавлять краситель. Всю порцию сразу. Делаем так. О, как знала. Я. А почему надо? С крышечки не капает. Давай капай. О, втянули. Всю краску добавили в соль. Соль красится, пропитывается. Эту баночку убираем и берем аромат земляники. Ох, уже пахнет. Она же, ты даже справилась сама. Так это ж ароматизатор, его легко открыть. Ой, какой приятный аромат. Понюхай, мама. Это очень приятно. Его тоже весь надо? Да, всю порцию тоже. Жалко очень. Такое приятно было. Ой! Неплановая ситуация. Блин, и как я сейчас туда залезу? Теперь я поняла, почему надо было перчатки. Все, теперь я понюхаю. Добавить соль полную порцию ароматизатора. Тщательно перемешать соль с красителем и ароматизатором. Смесь должна напоминать немного влажный песок. Если это не так, добавь несколько капель воды. Угу. Ну, я думаю, нам вода не понадобится. И так слишком много жидкости. Ну да, в принципе, влажный песок. Которая может принимать форму. Ну вот вам слегка влажный песок, пожалуйста.
Добавить соль в уже готовую смесь соды и лимонной кислоты. Хорошо. Без проблем. Добавляем с красителем прям. Краситель даже еще течет. Обалдеть. Ой, опять неплановая ситуация. У них слишком много, понимаете, ребята? Ну, кривая ручка. Так, сама ты кривая ручка. Кривая ручка. Сама ты кривая ручка. Шипит. Ой, ты там же жидкость была. Ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее стряхиваем. Сейчас начнется. Блин, там же жидкость была на соду. Еще они воды предлагали. М? Они еще воды нам предлагали добавить. У меня и так шипит. Не надо мне воды вашей. Мне от вас ничего не надо. И вам, наверное, от меня тоже. Давайте все. Ты, наверное, перемешивай, пока оно у тебя все не растворилось. Угу. Мне же надо высыпать. Да, оставьте его уже в сторону. Давайте перемешиваем. Сейчас шипеть будет. Давайте водички еще добавим. Угу. И пойдем сразу купаться. Перемешиваем. Уже шипит. Он не хочет перемешиваться с солью. Опаньки, мы течем. Давай. Перемешивайся. Почему ты не хочешь перемешиваться? Давайте водички добавим. Нам же предлагали. Давайте послушаемся их. Примем их предложение. Да, однородная масса перемешиваем. Как тут сделать однородную массу, если она со дна не хочет подниматься и перемешиваться с солью, а? Какая-то вот такая вот масса у меня. Но она никак не однородная. Так, наша консистенция готова. И теперь мы начинаем выкладывать. Мы постелили специальный пластик. Так как у нас получилось массы довольно много. Поэтому мы будем делать несколько формочек и сейчас пойдем их искать. У меня была в виде тигра на этот год из-под шоколада. Я ее сохраняла, но куда я Баси дела? Не знаю. Хотя, стоп, я же ее девала. Возможно, она в шкафу, что в нашей комнате. Ты можешь не ложкой, а прям пальцем утрамбовывать, чтобы она прям плотно-плотно ложилась. Ложкой не тот эффект, вправду. Ну, действительно, потому что ты пальцами будешь чувствовать, сколько тебе нужно прижать, чтобы там воздух не оставался. Мягко, прям так. И стало просто... Ничего, засыпешь ванну и примешь ванну уже с такой. Ну, как бы... Первый опыт, он немножко плачевный, но в итоге у нас все-таки получились две бомбочки. Хотя бы две. Первая более удачная. Также у нас получились жемчужины. Шапки. Для ванны. Какие-то эти вот единороги, а лицо у них какое-то непонятное. Ну, теперь мы точно будем знать, что это нужно делать быстро. Ну? Ладно, нам пора прощаться. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И всем пока-пока!